Всем привет, снова в дороге, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Сегодня работаю в Приморском районе, в Репино, в отеле. Ой, название надо подглядеть, ну, неважно, увидим, посмотрим. Сегодня с шоу «Мыльных пузырей» на частном мероприятии, назовем это так. Это не сцена, это не концертный зал, это отель. Вот, радуем детей шоу «Мыльных пузырей». Едем, 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 едем. Друзья, спасибо вам большое за поздравления с 1 мая, с Пасхой. Ну, просто не успеваю всем ответить. Господи, спасибо, работы поднавалило. Поэтому спасибо большое, с праздником вам. Здоровья, здоровья, благополучия, всех благ. Спасибо за ваши поздравления. Приехал, ворота закрыты. Сейчас со служебного входа согласовывают, выясняют, где там меня кто должен встретить. В общем, все нормально. Вот правильно приезжать заранее. Обожаю заранее приезжать, чтобы спокойно потом можно было разобраться. Тем не менее, на сцене работаю сегодня. И вот такой вот небольшой, но уютный зал. Моя сценическая площадка, готовлю ее. И вот здесь моя гримерочка. Вот мой реквизит. Собирать сейчас буду. Ну что, через 20 с небольшим минут начала. Все, подготовился. Все готов, жидкость проверил, все дуется. С дымом ни ответа пока не получил, можно или нет. Вроде как можно, вроде как отключат. Вот согласовали или нет, нужно уточнить. Сложности сейчас пожарной сигнализации не так просто, а мыльные пузыри не так много дыма пускаешь, но все-таки на всякий случай надо договариваться. Ну, отработал, все хорошо, все счастливы. Раз еще раз зовут, значит, все понравилось. Еду через Сестрорецк, через Питер. Город Гатчина, вот такой вот у меня финал. Ну а завтра в Ленинградской области концерт Васькилева, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, я не ошибаюсь. Всем счастья, мира и добра, это Дневник Артиста, это Павел Зыков, пока-пока.